Привет, друзья! С вами Ната Мисочка и очередная распаковочка антикварной куколки. У нас сегодня какой-то малышек поскрипывает. Ох, какой малышек. Вот он в длинном-длинном платьишке. Ой, ничего себе какой. Глотки закрыл, глянь. Были открыты, взял и закрыл. Какой хорошенький пупсик. Надо же. Вот тут еще этикетка какая-то спереди. С ума сойти. Ой. Ой, какой. Ничего себе. Прикольный. Какой хорошенький. Легенький такой, милый. Голова крашеная. Глаза открываются. Ох. Одет тут в такую длинную-длинную рубашку. Так. Ну-ка. Посмотрим. О. Вот он у нас. Патхам. Эспатхам. Ага. Так, вот. Corporation B. S. Патхам. У него одежда такая длинная. Еще одна. Тут, то есть, платье. Платье и длинное-предлинное. Антикварное. С ручками все в порядке, пальчики все целые, платье у него антикварное, очень длинное, на концах вот такие шелковые цветочки, чуть-чуть побитая дырочками, под ним сорочка тоже антикварная. Так, и что у нас тут? Ножки какие? Ножки у нас тряпочные. Вот такие вот. О, и памперсы есть. О, поможешь открыть, показать? Есть у нас тут памперсы. Памперсы не надо открывать. Что? Просто показать, что тело-то у него такое вот тряпочное. И на нем вот так вот написано. Grace Store Copy. Вот такие вот разные надписи. Ножки у нас мягкие. Ручки мягкие. На концах ручки из композита. Вот, а головка у нас фарфоровая. Вот такая маленькая капустка. Смешная. Если кому-то понравилась эта капустка, обращайтесь. Вы можете ее усыновить.